Добрый вечер. С вами Николай, и мы играем в Far Cry Primal. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Так, задание. Опять мелкие задания. И сюжетные задания. Мы вчера проходили задание нашего, короче, техника. Мы им повыполняли. Сейчас есть еще задание лучницы. Либо задание воина. Как думаете, что лучше? Лучше, да, не знаю. Сейчас, наверное, пойдем, короче, к воину. Попробуем, посмотрим, да? Пошли посмотрим, что он нам предложит. Ага, черный камень. Понял. Здравствуйте. Слишком много вам тут умирать в севере? У дамы убивать? Агуан. У мамов Ваджабрашта. Ты ехай на мамоте брата, если на идею рушить зверя защищать. Пашка. Ага, задание добавлено, меню в карту. Понял. Такс. Его башка где? Его башка же где? Сложность высокая. Ага. Ага. У него сложность высокая. Уже рановато я его взял. Давай попробуем. Чтобы разблокировать. Давай попробуем, а потом посмотрим, правильно? Сейчас мы отсюда попробуем лагерь зачистить. Или не надо лагерь зачищать? Не знаю. Не знаю. Что-нибудь делать. Что-нибудь интересное. Зелу прибыло в землю Руса, совсем недавно мы загорели, бла-бла-бла. Что у нас? 38 мало. Непрочная древесина. Так, поехали. Мы точечку сюда поставим. Пошли попробуем захватить их или аванпост. Что такое, козлы? Ну чё, козлы? Северный кедр. О, хорошо. Нет, не только северный кедр, мне нужен северный камень. Вот это херь. Волки? Волки, медведи. Хорошо. Так, стрелы пособирали. Могучее, красивое, могучее животное. Они эти мне не нужны. Ну, смысл с вами. Будет все по своей дороге. А, ну, опыта чуть-чуть капнет. И все. Мое? Мое. Черт, как мой нос чешется. Да, хорошо. Мамонта не трогаем. Мамонтов сейчас пока не трогаем. Потому что надо с ними дружить. То, что я убил пару мамонтов, я не виноват. Ладно, виноват. Исправлюсь. Да.
Подожди, а это что такое плавает этот круг? Это растение? Или круг? Нет, не круг. Уже растение. Слишком низко, понял. Ладно, опять спускаться не буду. Ну, далеко подниматься, мне наверх надо. Угу. Не-не-не-не-не, мы с тобой не воюем, мы с тобой не воюем, все хорошо. Блин. Все бежим, 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 бежим. Да, на нас немножко согрелся, конечно. Мамонт. А это плохо. Потому что мамонты очень больно бьют. Я не понимаю. А где вам постафи? Я уже почти впритык подошел. Я впритык их не вижу. Неужели ли в горе они? Ну смотри. Реально. То есть я вот. Да, походу. Прикиньте, я походу лоханулся, они вот там внизу. Ладно. Не, это прикольно. Это довольно интересно, но не прикольно. Я в Скайриме тоже любил по вот этим, по таким горкам поспускаться, позалазить. Аванпост. Походу аванпост все-таки в горе. Да? И да. Да. Все, нам больше нельзя отвлекаться. Надо идти чисто мочить их. Вот зараза, знал бы, я бы сразу сюда спустился. Кто же вы знал, что они аванпост запрячут прям в горе? Не, это, с одной стороны, это прикольно. Зато тепло. Жопа. Ну
Да ёперный балет, шо ж ты меня... А он по мне стреляет, скотина. Ушел. Еще двое. Здрасте. Ну, не такой уж он и слишком сильно такой сложный головный пост. Да. Обычный ванпост. Ничего сверхъестественного. Так, что мне надо? Мне надо трупы обобрать, забрать все свои стрелы. Все свои стрелы. Ты волчара или пятнистый волчара? Уйди, уйди, уйди. Блин, плохо, что они его сейчас будут убивать. Вот нафиг вы сюда идете, вы два упырка. Ладно. Ты стрелы позабирать, да. Ага, все. Чувак, стой! Мне интересно, кто ты? Ну чё ты влез? Дебила кусок. Блядь. Ох ты ж, падла, боже, собак, Кен. Стой, 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 волчок. Волк. А, ты просто волк. Лоха. Я думал, это пятнистый волк. Ладно. Ну, лоханулся, бывает. Mm.
Не, мне собакин хороший, но, блин, иногда так портачит. Периодически. Так, поехали. Айгуар, дам наш магом. И солнышко, леопард. Стоп. Леопард. Хе-хе-хе. Все замечательно. Все шикарно. Мне надо шкура леопарда. Хочу шкуру леопарда. Так, сейчас посмотрим. Там мне надо шкуру какого-то редкого и непонятного кота. Просто шкура леопарда. Понял. Не то. Не то, что мне надо было. Так, а ну посмотрим, я смогу ли сюда пробраться. По идее, да. Если я обойду вот эту горку и сюда пойду, то я как раз выйду вот сюда. Замечательно. Сейчас, две секунды. Изготовление. Что я могу? Я могу многое, но не хочу. Понял. Так, это что такое? Проща. Больше урона. Ну, что-то такое, не знаю. Лук более интереснее. Так, хату могу сделать. Ольха, слава, стрясник. Вот, мне надо шкуру редкого льва. Что это обозначает? Хрен его знает. То есть, если там понятно было, что если я возьму там, ну, принесу шкуру белого вот этого, тогда понятно. Ну, блин, белого тигра. Белого, блин, волка, как у меня. Блин, Савакен! Падла! Опять подлез. Убийство зверя. А, ты добил? Умничка. Я на тебя плохо сказал. Ну, прости. Прости, прости, а где... Подожди, ладно, ты добил. Где его тушка? Где вообще ползет? Замечательно. Замечательно. Ты что? Зеленый лист? Ты мне не нужен? Ты кто? Или какого-то животного. Завалили.
пускай сам. Сам на него, блин, полез, вот сам и разбирайся, я тебе что. Зачем ты мамонта? Труп. Блин, да что ж такое? Пещера крадущегося медведя. Не хочу. Хочу, боюсь. Так. А что у нас по заданию? Что мне надо было сделать? Никто не помнит. Нет, подожди. Карта. Воин Каруш. Защитите мамонта, дайте его и раздавите охотника кудам. Такс. Для выполнения задания перейду навык на язык на мамонте. Инвентарь. Навыки. На язык на мамонте. Два. А, я могу открыть. А я думал, мне он бесплатно даст. Ну ладно. Убийство сверху. Ладно, давай. Так, защитите мамонта, создайте его имя. Мамав удам шаздар васагварш. Шаздар варгуичар даусам. Продолжите тема. Найдите мамонта. Найдите мамонта. Легко сказать, найдите мамонта. Сейчас стрелы пособираем тут. Сейчас, мамонт, погоди. Я стрел слишком много что-то на них потратил. Так. Так, WSD, B, атака, F. Стрелы-то собираем. О, стрелы собираются, все хорошо. Мне необходимо разрушить.
Стоп, я не вижу. Вот это? Это оно или не оно? Так я пропустил несколько, я понял. Я понял, понял, а ну пошли. Есть здесь что-то еще такое? Иди, да. Дерево. Если честно, не понимаю. Если бы не подсвечивали, то было бы лучше. Полетай. Боже, это так приятно. Хорошо, маленькие пошли. Ну, это действительно, что на танке тупо. Это немножко странно. Не, ну, чё, прикольненько. Довольно, довольно интересно. Да, немножко неудобно, непонятно. Так, стадо, я не знаю, почему вы на меня агритесь, я вам ничего плохого не делаю. Слезь с мамонта. Все, мамонт. Ухай, мама. Иди, мамонт. Раздавить удам завершено. Ну, не уж, не такое уж там суперовское задание, ну, более-менее. Поиграть можно. Так, пока мы здесь, давайте, наверное, откроем сразу вот эту область. Да? Да. Ну, пошли. Далеко? 353 метра. Ну, недалеко, по сути. Так, тут мамонтосы бегают, да? Мамонт.
Нет, с мамонтом драться это очень плохо. Очень плохо с мамонтом драться. Обстановка такая стрёмная немножко. Везде кости, трупы, и птицы летают, обгладывают кости. Нормально. Он понял, что он не прав и ушел. Все хорошо. Костер у нас ребенка. Хорошо. Ну, типа, автосохранение. Что-то типа другое. Деревья. Да я по мини-карте бегаю, если честно. В основном вокруг, ну, толком не смотрю. Нет, смотрю, но... Это не очень сильно. Полетай. Знаете, что неудобно? Слишком близко вот этот, сова наша как-то вылазит. Чара, ты гонишь. Нафиг ты на них полез. Чикс лечится. Полечились. Отошли. Хорошо. Кушай. О, 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 тише, 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 кушай, 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 кушай. Блин, надо жизни побольше. Так, я что-то потерялся аж немножко. Опять, да что ж такое у меня достал, прикинь. Сильные гады, надо что-то придумать против них. Мне надо силу увеличить. Что это? Ну, на, ты заработал. Хороший. И сина. Не, вот это прикольный вес. Все остальное не прикольно. Так, что леопард? Что леопард пойдет? Экс, кто еще? Мяско. Мяско. Точно. Еще полон. Мяско. Не понял. А, не, нормально. Мое. Thank you.
Так, замечательно. Поехали дальше. Задание выполнено, потом уже будем идти дальше открывать. Этот аванпост. Сюда нужно прийти. А, подожди, мы здесь. Здесь, скорее всего, тоже где-то аванпост должен быть. По идее. Да? Тут интересная пещера. Ниндзя рассказывает об этой пещере, говорят, злобные вы. Но мы туда сходим. Ну, не знаю, сейчас, не сейчас. Давайте еще задание сделаем у этого дяди. Потом смотрим. Мускулы немножко побаливают. Так, что у меня по навыкам? Навыки. Три. Да! Три. Нет, не то. Подожди, вот это хочу. Одна ячейка 6. Одна ячейка 4. Плюс 1. Плюс 1. Плюс 1. Короче, тоже дофига. 7. То есть можно насобирать на 6. Да, плюс одну ячейку. А потом уже будем собирать вот это. Вернее, по сути, ничего не надо. То есть, оно, видите, надо. Блин. Ладно. Не, ну вы же заметили, что одну, блин, один удар его, короче, дубинки сносит 3 мне хита. Или 2 хита. 2 хита, по-моему. Или 3 хита. Короче, что-то такое. Улучшили. Прикинь, чувак, я тебе вторую построю хижину. Плюс 2 навыков. О, это у меня сколько навыков? Мало. Еще один надо. Смаркака, проста. Нет, стоп, подожди, не ты, или ты. Каруш. А что? Каруш не смог уйти, убить его. Короче, надо помочь Карушу, да? Око за око. Око. Высокая, хорошо. Видите, как хорошо, что я вам после этого открыл. Вообще замечательно, как получается. Как отсюда далеко идти. Собакен, где у нас выход, а? Что-то запутался с леганца. Ага, все, вот есть. Может и там где-то еще какой-то выход есть. Кто его знает? Так, ну что это у нас? У нас тут какие-то следы. И куда-то они ведут. Куда-то туда. А-ха-ха! Вы поняли, это был запасной выход. Ну, не знал я. Что я могу сделать? Не настолько я еще умный. Хорошо. Да нафиг оно надо, эти дебилы, нафиг вы на мамонта напали. Ой, вы конченые. Это кто? Это нормально. Так, сохранить. Я, знаете, чего еще не понял? Как мне хавку готовить нормально? Не, ну я понимаю, что я ее могу, по идее, готовить. А только как, не знаю.
В чем прикол? Мясо. Какого хрена? Какого хрена называется? Я мамонта не трогал. Какого хрена? Я мимо вообще проходил. Мамонт, иди в жопу. Кыш, 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 кыш. Все, иди, иди, иди. Не хочу с тобой сражаться. Ты мне не нужен, мамонт. Так, еще разок сохранимся. И пойдем проходить. Око за око. Хорошо. Так, я ж тебя слышал, ты где-то здесь болтал. Блин, наверху еще, да, был? Замечательно. Что ж такое? Волчара, ты меня немножко вот этот раз зачаровываешь сейчас. Поначалу было нормально, опыт, а сейчас уже понтово дает с этих рук. Ну, если за миссию дают по 3000, а я здесь за эту руку понты получаю. Конечно, есть разница. Так, поехали дальше.
сохранить могу? Нет, не могу. Понял. Да тут сейчас какая-то будет западлянка. Я слезу только и вылезет какое-то чудовище огромное. Перекачанный типок какой-нибудь. Стопудово. Да? Браштар. Брат, это мог. А. Мог. Хай не Браштар. Нет. Сильно мог, но я раздавить тебя. Мог супима вожда. Угуам, Браштар. Конечно, болит все распорото, блин. Айкуспа. Надо мучивать их своим сыном. Несушну яугам. Да ни хрена, чувак, ты меня должен еще научить рубиться. Уинджати мана. Давай, вставай, ленивая жопа. Все? Дайте землю для Скоруши. Диварнай. Что мочил только что. Подожди, собакен. О, пожрать, пожрать, пожрать. Пожрать, пожрать, пожрать. Не вижу. Вижу. Я не вижу, что это такое. Где бакин, брат? Сколько долго. Пожрать. Кару жив, жив, молодец, красавчик. Да что ж ему можешь зубы быть? Умничка. Умничка. Я хотел сказать умничка. Сбежали. Сегодня убить много. Да это как? А я несколько штучек таких могу. Каруш гуайфадахата. Масбраштар. Шраш. Блин, опять. Знаете, он мне напоминает алкаша. Два брата алкаша, которые сидят, бухали, короче, и начали там. Братан! Кто братан? Ты братан, я братан. Мог мертв, мог моего сына спать. Скоро мы встретимся в деревне. Да, конечно. Ну, что могу сказать? Нормально, нормально. Задание такое, такое. Ну, я не скажу, что оно суперовское. Ну, можно, да. И у меня еще одна ячейка жизни добавилась. Замечательно, сохранить, сохранить. Сейчас я водички попью. И надо думать, что мы будем проходить дальше.
А когда я убил редкого льва? Вопрос. Так. Значит, мы можем построить хату ему. Да? Поехали, построим хату нашему шаману. А то он обидится. А, так в чем прикол? Мы, короче, все задания повыполнили. И это хорошо. Что у нас по времени? 51 минута. Можно выполнить одно задание охотницы. У нее охота. Как ни странно бы не звучало бы, да? Да, шаман, построить хату. Шаман, возрадуйся, я тебе строю хату. Теперь ты у нас шаман с хатой. Та-да-дам. Пират. Три наркомана. Курят какую-то фигню. Смаркака. Да-да-да. Спасибочка. Два навыка. Нехиленько. Так, смотрите, что мне необходимо. Мне необходимо... Вот это. Угу. Да-да-да, мне надо изготовление 8 стрел вместо 4. Как показало, при критических условиях нам нужно очень много стрел. Материалов не так уж и много. Ну как много, но немного. Да. Так что надо. Так, бесогнетательный нож, фигня, мощное быстрое убийство. Нажмите F, чтобы совершить убийство особенно сильным врагов вождей. Ага. Серия убийств. Меня интересует вот это и интересует вот это. Веточка. Да, я думал, дубинки будут больше. Призывание дубинки вслед прирожи позволяет создать две бедные вместо одной. Прикольно, но не критично. Двойные копья, то же самое. Так. Ну, тоже такое, не очень-то и нужно. Да. Херня, короче. А, ну это тоже прикольно. Так, задание охотницы. Ну пошли. Да. Что она нам скажет? Кого нам надо убить? Снять шкуру. У нас опять оленя шкура. Одна. Здравствуйте. Да вот он. Опачки, а ты одна. А что такое? Мама в поди. Ноги мамы-то. Заходи. Двайн Уэлл. Ужасный волк. Маджишарс. Большой медведь. Так, пошли ниже. Где твои шланги? У тебя кожа мягкая. Тиканша. Гуар-гуарду. Хавчу-гуар. Быстрых зверей. Великий охотник, искать быстрого зверя. Большого зверя. Так, лося мы мочили. Кого еще ты хочешь? Маджиш-гуар. Ку. Давай, рожай уже. Маджишквар, урусим шанарш. У, арш мачишаю мати. Парти хинача. Ту хаска вантар. Буха. Объяснила. Так. Угу, саблезубого тигра мне не понял. Хорошо. Охота на кровавого клыка. Ну, приличие игрового глаза, сумерка, это самый солнечный тигр, который убил ваших собратьев, выходника. Сложность очень высокая. Угу. Понял. Давай попробуем. Не знаю, получится, не получится, ну, надо смотреть.
А, выбрать зверя здесь не, нельзя. Я, наверное, сейчас отзову. Мне зверь, по сути, не понадобится сейчас. Или уже туда придем, потом отзовем, да? Да. Все? Собакен, какого фига? Я же тебя не трогал. Блин, странный животный здесь. Вообще мир странный. Все друг друга пытаются завалить. Все друг друга жрут. Даже травоядные животные ведут себя как нетравоядные животные. Получится, не знаю. Так, у нас еще тут дырка какая-то интересная. Эти дурачки напали на медвежута. Вообще дурни. Так. Попробуем, 125 метров пишет. Вообще мне написали, надо вечером выходить на охоту на него. Ну да ладно. Я его не вижу. Да, походу придется ждать ночи там наверху. Ладно. Не страшно. Значит, надо подождем. Значит, надо будет подождем. Что же делаешь? Короче, у нее будет прохождение, я так понял, на вот этих особых животных охота. Следующая пещера. Может, я не ошибся. Получится, не получится, не знаю.
Блин, я походу до вечера буду бегать за ним. Сохраниться можно? Да. Давай сохранимся. Трамта! Дурачок, уйди отсюда. Больно, да? Что если эти кровавые клыка? Подсказки служат кишки. Кровавые вот эти следы. Так. Исследуйте зоны на мини-карте со следами, которые крупные звери можно приручить, но сначала их нужно победить. Если вы погибнете, урон, нанесенный крупному зверю, сохранится во время следующего хода на него. Понял. Ну давай. А я думал, побольше хавки ему надо. Я ему целого чувака отдал. Здрасте. Уинджа Гварду, Мариш, Маша Саркача. За деревня. Ну это не Винджа, да? Да. Это не Винджа. А где-то я вообще нахожусь? А, вот оно как. Очень высокое. Наверное, я зря взял это задание. Ну давайте попробуем. Я не знаю, получится или не получится. Прашква, Асарья, Крей, Дантанби, Драм, Удам Паркун, Нибарш. Сейчас мы исследуем область и посмотрим, куда нам идти. Че? Шкура мамонтоса, шкура барсука, шкура. Удам Чагуан, Асарья, Урги, Дакиси Трамгуаш. Угу.
слишком много здесь коз. Странно, вопрос, зачем ему охотиться на людей, если у него есть козы? Ну вот, вот такой вопросик интересный, да? Кучился, что на острове циклопа. Куча коз, пещера. Это из вот этого. С Одиссеей. Так, новые следы в долине, старый лес. Долина. Лес. Старый лес. Прикольно. А где у нас долина, а где лес? Как понять? Хм. Я отсюда пришел? Нет, я пришел оттуда. Угу, да. Я тебя услышал как раз. Замечательно. Инжа Гуарас, Дантан Хасар Урги, Уидум Шаджа. Угу, я понял. Короче, он в ловушку попался. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не слишком много, но... Но что-то повредил. Асарья, Урги, Даки Ситрангуаш. Хорошо, а куда он дальше пошел? Получается сюда куда-то еще. Не вижу. Да он следы. Блин, представьте, вот эта печалька будет, я полдня вот это буду лазить. Так, ловушки на крупные звери. Полдня буду лазить, а он, короче, вот это... Не получится пройти. На крупные звери на карте отмечены места, где можно поставить ловушки. Подойти к указанному месту, используйте ресурс. Попав в ловушку, крупные звери будут ранены или на ненадолго и обездвижены. Ага, понял. Назад. Кыш-кыш.
Да, не хочу их убивать. Кстати, был бы вариант. Был бы вариант, если бы отрава была. Прочно зависит. Ага, прикольно. Не, ну что, прикольненько. Так. Где пошли наши? Ты кто? Не знаю, кто-то. Задолбал. Бесит. Харскванам, пайскасу ударсу. Басар дантанванам. Инжа, часасаш. Дантан куспас гвама, айш чамшамас. Найдите место для сна, отдохните. Смаркака. Сумерек. Подожди. А поспать мне? Дайте мне где-нибудь поспать. Да, слишком долгое задание получается. Слишком долгое. Не, ну, такое. Не слишком интересно. Посмотрим. Ну, что-то у меня такая чуйка, что я зря это прохожу. Еще не набрался силы, чтобы ему противостоять в полную силу. Ну, в полную мощь, не так скажем, да. Так, ладно, поехали. Приготовьте ловушки для кровавого. Этого, как его там. Так, ловушки, а где я могу. Туда что ли идти, ловушки ставить? Ну давай. Не. То есть ты хочешь сказать, что я лошара, да? Бредятина грёбаная. Сейчас еще раз попробуем.
Не, ну это странно. Так, кстати, и опять ловушки суть. А, бегите до его логова. Понял, замечательно. Не могли изначально это сказать. Не останавливайся, не останавливайся, бежим, бежим, бежим. Вот она, логово кровавого клыка. А ёптерный, блядь, прикинь. Я не знаю почему, но я один раз не смог нажать, короче, при выстреле. Если бы я тогда выстрелил, было бы всё замечательно. Так. Нет. Все очень плохо, все это очень нехорошо. Почему мне необходима древесина? У меня древесины нет. Придется поспать еще разок. Но пока мне надо будет древесину собирать. В лесу нету древесины. Как? Объясните мне, пожалуйста. Почему? Где? А, вот есть. Сильно. Что за хрень? Не, это пройти реально. Но необходимо сейчас древесины запастись. Вот ты ж я выпал, я живой. Снял с него шкуру. Замечательно. Давай, выплывай. Мясо. Вот
гребаная хрень. Вообще нету здесь дерева. Всякое дерьмо есть, а дерева нету. Скудненько. Да я попрятался. Не знаю, что мне теперь делать. А, увижу. Ах ты жопа. Хороший кисунчик. Бурцай. Да? Давай посмотрим. Так, самый быстрый хищник Уруса. Это зверь можно оседлать, требует наездника. Пока погуляй. Короче, все намного проще, чем оказалось. И не надо полностью его заново... Ну, как-то не говорили, да. Что полностью не надо его убивать. Нет. Как он у нас охотится? Или это бешеный какой-то свинь? А, нет. Все нормально. Так, сколько у нас по времени? Час 23. Подожди, спокойно. Нормально. Давайте, наверное, за... Где? Возьмем вот этот фонарик, засветим. И все будет чётенько. Пошли. На, фонарик у нас 342 метра. Побежали. 20 древесин. Хорошо. Так, замечательно. А что у нас вот тут? Странная какая-то лощина. Непонятная. Древесин как раз пособираю. Мою. А тут что? Гроз сгоревшего дерева. Странно. Странно это все. Немножечко. Не, действительно, я просто чуть-чуть не ожидал. Видите, оставалось буквально выстрелить один раз ему. То есть в голову. Все. То есть для того, чтобы его полностью, короче, прибить. И я этот момент, я протыкал перед этим, короче, я не знаю, ну не сработало почему-то. Не знаю почему. Не знаю почему не сработало. Убить и захочем, спасите пленных. Вы видели это? Так, чувак, беги. Беги отсюда. Это задание. Не знаю, я в прошлый раз... И, может, я просто не понял прикола. Так, мне необходимо изготовление... Да. Что древесину потом бегать искать, это настолько муторно. Не вижу, иди нахрен. Все замечательно. Так, ага, вот есть. Вижу. Замечательно. Опачки. Полезли. Это я думал, как мне зайти, короче, на этот уступчик забраться, а тут на все намного легче. Берешь крюк и скалу лазаешь.
Но на самом деле я не умею лазить по скалам, так что... Хоть здесь положу. Так, а ну-ка. Так, вижу. Вижу. Так, а где ваш шаман? Странно, должен быть шаман, но я его не вижу. Так, я не могу забраться. Мне нужен. А, вот, вижу. Зашибись. Да ёпта. Все шикарно. Численность Винджа увеличилась. Так, у меня где-то 120 уже жителей, да? Насобирал. 110. Ну, тоже неплохо. Так, поехали. Домой. Пещерный лев. Пещерный лев. Интересно. А, вот оно в чем. Аванпост, вот он. Уничтожаем аванпост, и тогда вот эта территория наша получается. Ой, это что такое? Ход на кровавого бивня. Убить кровавого бивня, безумного мама, это все еще ужас. Че? Ну, давайте завтра уже. Все, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам серия понравилась. Довольно интересно. Мы смогли все-таки... О, вещь. Хочу. Блин, я потерялся. Мы завтра продолжим. Я хочу вот это. Приручить людоволка. Людоволка. Ледоволка. Это такой, как вот этот, только с синенькими глазками. Немножко злее. Ну, по идее, будет прикольно. Да? Да. Все. Всем спасибо, кто смотрел. До следующей серии. С вами был Николай. Пускай все будет хорошо. А мы продолжим завтра. Все. Всем пока. Пока-пока.